В Астане устроили стрельбу из пневматического пистолета. Одна девушка пострадала, она получила травму бедра. За мной идет и в ноге почувствовала боль. Услышала щелчок пистолета. Оглянулась, смотрю, он держит в руках свой пистолет. Я ему говорю, ты что делаешь? А он говорит, а что ты мне сделаешь? Первое сообщение на пульт дежурного поступило от пострадавшей девушки. Второй – от обеспокоенных неадекватным поведением мужчины пассажиров одного из городских автобусов. Он угрожал им пистолетом и нецензурно выражался. Хулиган еще несколько часов гулял по городу, после чего полицейским удалось его задержать. Стрелком оказался 22-летний уроженец Южно-Казахстанской области. Он приехал в Астану на заработки, но работу найти не смог. Сейчас он находится в следственном изоляторе. И, как сообщили полицейские, за такое поведение гостю столицы грозит лишение свободы. Как он пояснил, накануне они распивали спиртные напитки с другом. Когда друг уснул, он забрал пневматический пистолет и вышел на улицу. В Астане он проживал временно, нигде не работал. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет.